Ну что ж, карта Хеммельсдорф, С4 Легион, С4 с верхнего респа, Легион внизу. По составчикам что у нас там? С4, вот так, это так. Да! Гриль 15, Т110, Е4, 3 штуки, Т57 хэви и 2 ИСа седьмых. Так, а Легион это 2 Мауса, 2 ИСа седьмых, 2 ИСа четвертых и объект 268. Так, ну и напомню, конечно же, еще раз ребятам из С4 нужна только победа, потому что мы играем в Best of 7, то есть до 4 побед. Да, и вполне возможно, что сейчас одна ошибка, одно неловкое движение, и все, и Кубок Чемпионов уйдет команде Легион. Нельзя этого допустить, и идет захват точек параллельно. Кстати, сбивают, да, сбивают с лорда Владиуса. Смотри, как контрят, отлично сейчас Легион. Также немного получает и Люцик на Т57 хэви. Немного прилично он получает, кстати, я могу тебе сказать так. Да, 1629 хп остается. Они ответили, конечно, ответили Азбоу, но, к сожалению, немного быстрее все-таки ребята из Легиона захватывают свою точку Б. Пока никто не хочет спешить, никто не хочет допустить ошибки. Как бы на ошибках как раз-таки можно построить свою тактику выигрыша. Да, пока еще крайние точки вообще не захватываются, игнорируются командами. Такое ощущение, ребята из С4 ждут вкатку через точку Д, и они просто, смотри, контрят точку С и ждут, что будут делать ребята из Легиона. У нас светится лорд Владиус, и у меня такое ощущение, он как приманка. На него должны вкатить. Вполне возможно, что это обманный маневр. Также для команд сейчас нет возможности полноценно оценить расположение сил противников. Нет засвета. Совершенно да. Никого не видя. Смотри, происходит перекаточка, ребята, с С4 в сторону банана. Решили все-таки действовать они первыми. Хоть и нет такого весомого преимущества сейчас у команды С4. Но Т110-4 вполне себе. И вот появились засветы. Ребята из С4 выдали свою позицию. Смотри, Е4. Е4 встали на позиции. В любом случае, это позиции хоть и продавливания, но игра от укрытий в основном чуть более сдержанная. Нельзя допускать ошибки команде С4 сейчас. И они, в принципе, действуют на данный момент очень грамотно. Но по общему количеству хп сейчас можно оценить, проседает команда С4 значительно больше. Ну и по общему количеству хп, которое было все-таки у команды Легион больше хп. Да, получает и Люцик, кстати, еще Люцик раз. Еще получает, и пока он самый такой раненый. Болезненный, самый раненый. Здесь на Т57 хэви тяжело ему. Очень тяжело психологически команде С4 сейчас, я могу тебе так сказать. Возможно, они при другом бы счете совершенно немножко по-другому бы себя вели, но сейчас... Да, сейчас, когда счет 3-1... Это очень-очень неудобный счет. Это очень неудобное вообще... Положение для этой команды. Да, Уфпенджаш сейчас на гриле подкатывает к точечке А. Потому что вот, наконец-то есть засветы, а здесь же из 4. Да, отлично отреагировала на все это команда. Надеюсь, сейчас успеет лорд Владиус перекатиться и помочь грилю, потому Ой, что... Ой, фугасик не прошел, да. 153 хп всего. Но все равно прошел, смотри, все-таки ребята начинают перетягиваться, и такое ощущение, что основное боевое действие у нас будет переходить на... Плавненько к железной дороге, Ты да? посмотри, сейчас скатывают из 7, и у меня такое ощущение, что сейчас будут пытаться фокусить. Нет, не успел. Потому что приехал Сваровский на Е4, и сейчас да, просто полное обратно, мясо сейчас на железной просто обратно дороге. Будет. Просто сейчас не выпустит ни ИСа 7, ни ИСа 4 отсюда. Отлично! Фокуся, давайте, тормоза. Ребята, фокус, фокус. ИСа 7 надо забирать. ИСа 7 надо забирать. Есть минус сейчас. Где шот? О, Т57 хэви. Ну где же шот? Где же фраги? Есть еще минус 2-0. Да, команда Легион вырывается вперед. Что такое? Сохранять свои танки. 2-1. Статист еще поиграл. 3-1. Легион вырывается вперед. Отличная поддержка сейчас союзников. 3-2. Борются сейчас команды по хп. Просела команда С4 очень сильно. Да, Е4 тяжело пробивать, но тем не менее удается это сделать пока команде. Самый живой и живее это лорд Владиус. Надо принять урон, надо танкануть. Но ребята но 7 там все... минут, посмотри, получает и есть минус. Так, 4-2. Пропускает, пропускает
Ваня, смотри, на гриле все-таки пытается убежать, и у него это получается. 4-3. Сейчас, сейчас нужно делать грамотный фокус. 5-3. Ну что ж, в шаге от победы сейчас команда Легион. Два танка осталось у команды С4. Ой, как неудобно. Лорд Владиус на ИС-7 и гриль 15 у Пенджаш. 4-5. Но гриль 15 уже практически шотный. Сейчас надо бы его добирать. Но пытается уехать. Точно, да, не успевают. Не успевают за ним. Он уезжает. Более того, я две точки знаю, захватила на команда. 6-4 добрали. И остается только Лорд Владиус на ИС-7. И втроем окружили. И сейчас конечно, доберут. Как бы мне не хотелось это сказать слову. Обалдеть! Команда Легион! Ну что, финальный выстрел! Давайте, ребята, дожать чуть-чуть, и есть победа команды Легион с европейского сервера. Это невероятно, ребята, вытянули катку. 4-1 побеждают в гранд-финале и забирают Кубок чемпионов мира Blitz Twister Cup 2017 года себе домой. Это потрясающе, это невероятно неожиданно, но бои были очень красивыми, и мы от всей души поздравляем команду Легион. Ну, С4, конечно, желаем не отчаиваться, держаться и идти к успеху. Это потрясающе. Счет 4-1, но в пользу команды Легион. Ребята из С4, желаю вам не расстраиваться. Друзья, поддержим проигравшую команду С4. А победителя громкими аплодисментами. И победителей поздравляем, конечно, им вручают кубок. И как приятно подержать его в руках сейчас. Вот это да, вот это невероятно, как тяжело это шла команда. Это был настоящий гранд-финал. Вот это не с неожиданным поворотом, вот это да. Отличная игра, отличные бои, великолепная тактика. Лорд Владиус как раз сейчас общается, Лорд Владиус комментирует, он комментирует, он говорит, что что-то пошло, наверное, не так или наоборот, так, как это может быть. Но что приятно, ребята, все участники жмут друг другу руки. Я думаю, они сами довольны, как все происходило. Это действительно было красиво. Это не стыдно посмотреть, это не стыдно болеть. По-моему, получилось все как надо. Да, это было великолепно. Бои на этом закончились, и Blitz Twister Cup тоже заканчивается. Отличные бои, все было максимум интересно. Да, и сейчас снова камера из зала, и снова триумф команды Легион. Первое место. Отлично сейчас. Ох, дымка добавить, наверное, от реакции. Да, и помимо кубка, конечно же, не менее важный приз. Чек на $15 000. Озин О'Брайен, Оксбоу, Лука Монтиано Гургу, Гангдельф, Ян Серафин, Энджи, Стэн Низен, Дизель, Бенджамин Мэтьюс, Бласт, Мартин Мортенсен, Бини, капитан команды Томас Бекер, Диктатор, команда Лиджен, Европа! Ну что ж, на этом Blitz Twister Cup 2017 завершен. Спасибо огромное всем, кто был вместе с нами. Играйте в World of Tanks Blitz, и обязательно мы с вами еще увидимся. Меня зовут Павел Замов.